Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Слава, Господи, воскресению Твоему! Воистину сегодня Пасха, светлое Христово воскресение, 31 марта. И воистину победная Пасха наступила в Царской империи, Русской Православной Церкви, истинной Церкви, которая единственная не поклонится Антихристу. И Господь нам и через природу говорит, что все ликует, все радуется, всякое дыхание дохвалит Господа, солнце играет. Только на Пасху есть такое солнышко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Воистину мы сегодня празднуем победную Пасху, как и говорил Иоанн Одесский, сбылось его пророчество. Во-первых, Пасха победная, потому что празднуется по правилам, которые говорил Иоанн Златоуст. А еще победная, потому что страдает наш державный владыка Зосима, в темнице страдает по подобию Христа. И как Христос победил смерть, так и наш державный своим страданием побеждает дух Антихриста. Из-за его боли Господь и нам подает духа. Духа сокрушения, покаяния, любви. Жажду к апостольскому служению. Жажду взять крест свой и идти к людям, рассказывать им правду, истину, открывать глаза и говорить тем, кто еще может услышать. Братья и сестры, если мы сейчас с вами не будем вставать на защиту православия, то какие же мы православные? Пока наше сердце бьется, мы должны вставать на защиту Святой Троицы. Эти слова как-то сказал наш державный патриарх Зосима.